сейчас с работы у улицы Криковское шоссе со стороны строителей на встречку выехал представитель данного автомобиля модели ВАЗ. Водитель маленько постоял, сильно запереживал, присутствовал с места происшествия. 18.05 в дежурную часть ОВД России по Кемдисевскому району поступило сообщение о том, что на улице Криковское шоссе у АЗС «Газпром» произошло дорожно-транспортное происшествие. И виновный водитель скрывается с места ДТП в пешем порядке. После получения информации сотрудники ДПС незамедлительно выдвинулись на место совершения происшествия. Значит, сотрудники дорожно-патрульной службы осуществили преследование скрывающегося водителя. Водитель был задержан. И на данный момент происходит процедура составления материала по факту дорожно-транспортного происшествия.